Ты прав. Ему платят те, кто ему хочет заплатить. Если, к примеру, ты бы стримил, и тебе сказали, давай за 100к я с тобой поиграю, и не веришь, что ты бы сказал, ну, давай и бесплатно поиграем, зачем мне твои 100к? Планку что не меняю? Ну, чуть позже поменяю. Мы же сегодня на этом стриме добили 10к. Хорошие пушки лежат. Какую выбрать? Все, что у вас было. А побольше багнуть нельзя меня? Что-то мало как-то. Шлема нет, броника нет, топ соснов. Трешетки. Решетки дерутся. Спасибо за подписку. Будем встречать ту сторону. Братан, ну что, тоже только дробовик нашел? Юбка. Так, 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 так. Булса убил? В смысле булс? Нет, это не булс. У него что ж такая жибка, да? Третий шлем. Че, ребят, есть качественные челленджи?
пишите челленджи, сколько попыток за него и награду. С удовольствием посмотрю. Спасибо за подписку. Подписочки, подписочки. Вот эти его не будешь? Буду, конечно. Если бы я стрелял сейчас с СКС. Лучак решает. Семь киллов с разных пушек. Такое все. Минус шлем, это плохо. Я надеюсь, тот труп не пустой, за которым я сейчас иду. Я зазря не сольюсь из-за него. Угу. Возьми СКС. Нет, спасибо. Так, он куда бежал? К Моцку вроде, да? И не добежал, да. Че, СКС не взял? Вы серьезно, вы видели ту катку? Это топовый СКС. Полетели встречать мост. Мне никогда не нравились снайперки полуавтоматические, вообще никогда. Залети на мост так, как хочу. Пропустил СКС, учу. Правильно говорят, СКС конча. Челлендж засада на мост. Остается только ждать пацанов. Я надеюсь, я убил не всех. Что больше нравится, М14 или СКАР? М-ка нравится в фулл обвесах больше, чем СКАР. Не знаю почему. Не знаю, не знаю. Будет ли стрим по танкам? Я никогда не играл в танки. Я в курсе то, что я пропустил, но там ложи не было.
за донаты играешь с подписчиками, нет. Новый снайпу находил много раз. Стрим с Джоум, не знаю. Встретил мост. Я сказал, я не играю за донаты с подписчиками, вы играете? Я походу там всех убил. В смысле без доната? Вы убираете? Че вы несете дичь какой-то? Я никогда не играл с подписчиками за донат. Первый броник, круто. Только что видел пацана тут. Давай, выйди нормально. Какой залутан. Голоса вместо стрим нет, спасибо. Ой. Откуда у них всех такой топовый шмот? Сейчас бярит чей-то стрим, или вруткок какой-то, блядь. Под видом того, что скучно, да, это жестко. Еще один пацан. Миракл. Спасибо, Владос. А чё вы так поздно ехать-то начали? Гора явно занята уже. Где мой мотопед? Рили? Как же вы долго ездите?
ураган плюс глушак. РП, здорово. Пока что нет челленджа такого, которого я взял. Но я сегодня выполнил топовый челлендж. Я, короче, против сквада взял топ-1. Притом я сделал 14 киллов, и я остался один против четверых. Я их затащил. Это жестко было, РП, можешь пересмотреть. Хочу поиграть в PUBG. До этого неплохо играл в CS. Вопрос. Один, получится ли с первых игр сразу ей умирать? Два, пригодятся ли навыки, тактики и стрельба от КС? Спасибо. Так, привет, спасибо огромное, Роматис, за донат. Так, пригодятся ли навыки, тактики и стрельба от КС? Нет. У тебя не получится сразу нормально играть. Я в этом уверен. И навыки от КС тебе абсолютно не пригодятся. Тут стрельба вообще другая. Спасибо тебе огромное за донейшн. Серьезно. Как он не попадает? Не убивает, просто я в шоке. Все глушаки, абсолютно все глушаки. Рождение не делаешь, я все делаю. Юбка. Юбка. Сколько прицелов сейчас валяется? Очень много. В той катке мне не могли дать коллиматоры, которые я слился. Че, мопед, поехали? Да, хорошо, ездишь. Решил просто моцик обнять. Ни одного дропа, кстати, в последнее время не видел почему-то. Точку зажал, все абсолютно. Сука, вообще не ожидал то, что он тут будет лежать. Ты мне за это аптечки должен, парень. Калашист, я понял.
на пиксели выжил тогда. Так, вон вижу парня. Хорошо зашло. У него читы, да, читы. Как успехи, все хорошо. Отлично. Я кого-то видел или что, или это дерево? Почему мне так кажется? Мне надо более топовую позицию занимать. Например, вот эту, скорее всего. Спасибо за подписки, ребят. Подписывайтесь, те, кто не подписан. Будет очень круто. Тоже с глушаком был. Зато вылез, позицию свою спалил. Прям там был. Прям на горе, пацан. К успеху идет. Зона у меня. Ребят, забейте сразу в чате, пожалуйста. Хватит гнать на модеров или на кого-то еще. Спасибо за подписки, ребят. Когда стрим джов, не знаю пока что. Меня бесит то, что пацан сверху меня контролит. Езжай, езжай, братан. Тут тебе все рады.
Андрей, русский чел. Русин. Прости, Андрей. Мне нужны твои патроны. Одни калашисты. Вы угораете с калашами играть? Как зажал. Да, патронов мало, меня это печалит. На горе один пацан тусуется по-любому. Не, юбку я не выбил, я ее украл. Челика убил. Сполз. Да 2х натянись уже. Скала богатая еще. Там пацик бежит, а я юзаю. Обоих вижу. Да не застревай, пожалуйста. А один вот тут вот прям. И он в зоне. Блин. Это меня вовсе не радует, вообще ноль. Ноль радость. Надо было сначала этого убивать, кажись. Я, кажись, слил. Что за тупые гранаты?